Поздравляем всех с Рождеством Христовым! Послушай, Кевин, я думаю о прогулке по зимней стране чудес. Или, может быть, я мечтаю о белом Рождестве. Я не знаю, чем вы занимаетесь у себя дома, но нам нравится смотреть старые фильмы каждый год. Просто чтобы напомнить себе, что это прекрасное, полное страсти время года. И это прекрасная возможность превознести Иисуса, потому что Он спас столько миллионов людей за все эти годы. Как здорово жить в это время, когда мы можем превозвысить того, кто поднял нас. Аминь! Мы действительно хотим, чтобы вы хорошо провели время на Рождество. Я, как и Кевин, осознаю, что многие из наших друзей пережили трагедии в этом сезоне. И мы хотим ободрить вас. В Священном Писании говорится, что его назовут Эммануил, Христос с нами. Так что во время этого праздничного сезона размышляйте о красоте жизни, которую вы разделили, потому что Эммануил, Христос с нами, сделал это сверхъестественным и особенным. Спасибо за ваши молитвы. Мы будем молиться за вас и будем ожидать, что чудеса этого мира будут приходить и к нам, и к вам, и через нас, к другим. Друзья, возможно, вы не слышали, что нам пообещали грант в размере 50 тысяч, если мы соберем пожертвования на эту сумму. Так что это определенно прекрасное время года. Если вы хотите принять участие в этом пожертвовании, вы можете сделать это до конца года. Мы благодарим всех, кто уже что-то сделал. И спасибо вам за то, что позволили нам поделиться этим. С Рождеством вас и с Новым годом!